Доброе утро. Я приехала на барахолочку. Сейчас очень комфортная погода, и я надеюсь хорошо погулять. Присоединяйтесь. Вот толстовочка неплохая, с капюшончиком. Вот такие вот рукава байковые. Но стоит 1000 рублей. Продают ее новую. Я подожду, пока такая же за 500 попадется. Вот такая красивая ажурная открыточка. Всего 20 рублей. К 8 марта, по-моему, самое оно. Вот такая вот коробочка с портретом Энди Уорхола. Сколько стоит? 200 рублей. 200 рублей. А можно ее открыть, посмотреть, как она? Скорее всего, там были конфетки или печенье. Спасибо. Смотрите, такие часы керамические с лебедями. И еще два подсвечника к ним. Комплект стоит 12 тысяч. Пристарок. Понимаете? Это что такое? Ну, потому что это не старая вещь. Если вот состаренная это, просто. Да, это с калькалюром, это действительно 20-й год, 19-й век. А это, более того, здесь вытаскиваешь батарейку, ставишь, она работает. А, понятно. То есть вы это называете пристарок? Ну да, пристарили, то есть понятно, пристарить. Понятно. То есть вещь, она как но бы... Но все равно 12 тысяч. Все равно 12. Если бы это был старый честный предмет, он бы стоил значительно, очень старый, значительно дороже. Только понятно. Просто это честная бронза, это честная, это самое. Керамика. Да. Спасибо. Вот такое шерстяное платьице можно купить буквально за 100 рублей. Сделать... Из него симпатичный халатик. Молнию спереди вставить, и будет такой очень приличный даже халат. А вот это термобелье сколько стоит? Какое? Это вот разве не термобелье? Нет, это костюм. Костюм? Дома, на улице. Понятно. Я бы его использовала как термобелье, потому что он с люрексом, и значит будет греть. А сколько стоит-то? 1200. Коробку продают, наполненную пробками. И на крышке написано: каждая пустая бутылка наполнена любовью. Вот как хотите, так и понимаете. 100 рублей. А вот это вот пальто демисезонное, это какой размер? Эсочка. Эска. А сколько стоит? 1000. Симпатичная. А это что за материал? Очень даже. Потрогайте, пощупайте. Мягкие. Такой, да. Да, на байку похож. Как фланелечка. Ага. Увидела свою вещь. Я всегда, как вижу, черное с серебром, сразу залипаю. Это такое вот пальто. Сейчас спрошу, сколько стоит. В таком мутном зеркале вы вряд ли что увидите. Но за 4800 договорилась. Симпатичная ваза за 1000 рублей. Смотрите, какая изящная. Но всего красивого стекла купить невозможно. Крокодил деревянный. Стоит 200 рублей. Хвост у него очень пластичный. Для детей игрушка хороша. Ну вот разные чайники видела. Но вот такой впервые попадается. Смотрите, крышка, швейная машинка. А сколько он стоит? Стоит он 400 рублей. Пальто очень достойное. Всего 500 рублей. Длинное. Вот такие вот куклы. Каждая стоит по 5000. Говорит она, что в интернете они дороже. Вот для какого-нибудь там русского музея сгодится. Нет, еще 600 стоят. Вот такие вот ангелочки стоят 900 рублей каждый. А разновидностей их около 40. Смотрите, как интересно. Выпускники 1959 года. Заочный техникум Министерства хлебопродуктов РСФСР. Представляете, Министерство хлебопродуктов отдельное было. Стоит 200 рублей. Кому-то нужны чужие лица. 150. Вот такую лягушечку, брошку покупаю за 100 рублей. А сколько стоят они? Полторы тысячи.
из пластика, стреляет шариками. А где шарики? Можно посмотреть, как они выглядят? Вот шарик, вот такой вот. Понятно. А сколько шариков там сразу вставляется? По одному? По одному, а вставляется вот, смотрите, сколько. Вот сюда, смотрите. А вы шарики тоже продаете? Ну, они в комплекте идут. А сколько же в комплекте? 10 штук. 10 штук. Берете в киоске «Союз печать», там штук 200 рублей, 150. То есть «Союз печать». Понятно. Я озадачена. Продают бутылку, на которой написано «Московский завод концентратов и напитков. Настойка колгановая, полусладкая». Кто знает, что такое колгановая? Короче, говорят, что это трава. Надо загуглить. Корень, да? Корень. Все вот эти игрушки резиновые продаются по 10 рублей. Здесь есть вот такая вот страшная черная жаба, желтая. Для музея возьму. Вот за 100 рублей можно купить такую крышку. Ею можно накрывать сковородки разных размеров. Она универсальна для больших и маленьких. Такая смешная копилка в виде гири. И написано «Пилите шуры, она золотая». И, видимо, 32 килограмма. А вот и Лёша. Привет, привет, привет. Леш, ты в новом месте стоишь, да? Да, теперь да. Вот эту вот кучу охраняешь. Да, и куча же одно. Здесь только вкусного. Да, серьезно? Да, да, да. Здесь на самом деле командай. Смотрите. А сколько стоит это все? Вова, Вов, сколько у тебя стоит вот эта вот, допустим, армейская штука? Вот это. 500 рублей. 500 рублей, понятно. Не знаю, вот на любой вкус. На вкус и цвет. Тебе вам... не подходит. На вкус и цвет вам, мастер. Здесь на 8 марта можно подарков набрать, да? Ну да. Ну понятно, понятно. 50 рублей за все. Ясно. Вот такая темно-белая шаль. Че, раз? Ну, Леш, тебе это не подходит. Нет, ладно. Нет. Короче, здесь есть все. Все, 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 что хотите, а? Главное это найти. Ну, это понятно. Ждет вас, это лежит. Леш, ну тебе подходят больше вот такие вот мужские дела. Твои ордена, то, что ты на раскопках находишь. Ну, а сейчас... тряпки тебе ни к чему. Оля, сейчас земля не копается, потому что, ну, лопату дам. Ты ждешь весны, да, поэтому, когда поэтому на раскопки поедешь. Всякая фигня. Вот. Ну, понятно. Ну, ладно, так... удачи, да, тебе. Все, все, всем, давай, всем обнимаем. Привет, всех целую, обнимаем. Пока, всех пока. Все. Такой вот телец из пластигласа стоит 1000 рублей. Смотрите, недолго думая, из ненужных ключей сделали композицию. Серединка из светлого металла, а по краям из желтого. Получилась вот такая вот работа интересная. Вот такую лягушку посажу перед входом в музей. Покупаю я ее вместе с маленькой за 850 рублей. Немножко хочется ее патиной золотистой покрыть, чтобы брюхо не такое яркое было. Как вы думаете, для чего такая дурацкая рыба нужна? На самом деле это магнитик самодельный, на холодильник вешать. Вот так вот фантазия работает у людей. Стоит 200 рублей. Снуб или драга. Вот этот вот совок используют копатели. Например, ходят по пляжу, просеивают песок и золотые кольца и серьги отыскивают. Ну вы же там потеряли? 3500. Вот такие вот стеклянные фрукты. Родом из Мурана, стоят по 250 рублей. За 4 штуки 1000. Хорошая цена. Беру. Череп этот вот в черной мантии сколько стоит? Полторы. А белый? Эти по 1000. По 1000. По 1000. И вот такая мадам еще. Видимо, для Хэллоуина. Вот такие цены. На нечисть. Вот я думаю, что же это такое? Оказывается, это флаконы от духов. Пустые. Хотят за них 800 рублей. Вот такой столик в
французской фирмы мебельный Буль. Вот видите, у него есть крышка, сюда можно кое-что класть. Стоит он 40 тысяч. Самовар продают вместе в комплекте со столиком. Все вместе, весь комплект стоит 85 тысяч. Вот такой вот жакетик тепленький из натуральной овечьей шерсти за 800 рублей. Очень симпатичный, прям блестит на солнце. Возьму. Вот сколько игрушек интересных продают. А вот это вот сколько в розовом парике? 3000, понятно. Порядок цен. 2500. А мышь? Это не мышь, это слон, оказывается. Это слон такой? А сказочница? 5. Понятно. О, какие глаза. Подушка сколько? Полторы. Это Кощей Бессмертный, да? А вот это что такое? Вот похож, это, да. Это Вьетнам. Ну, я отрицаю. Не-не-не, я просто вам... Это металл, да? А вы металл. То есть сколько стоит? Толстов стоит 300 рублей. 300 рублей. Молоточек сколько стоит? Молоточек стоит 10. А это сколько ведро я прослушала? 800 рублей. Можно молоток за 150? Это когда ювелирку делаешь, нужны бывают молотки. А маленькие очень удобные. А сколько вот эта вот иконка стоит? 3000 керамика. Мышку беру за 200 рублей. И... То есть это для кассет, да, что да, ли? Да, 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 да. И сколько это стоит? Вот это все, ну 600. За 500 отдам. Понятно. Две такие рюмки беру за 400. Подставки для прессов. Вот такой вот подвес. Лягушка-путешественница на чемодане. Как и я. За 250 рублей покупаю. Вазы из пластмассы. Или это камень такой? Это а там вода не вытекает из тяжелая. Него? Тяжелая. Нет, а, она никак не выйдет. А сколько стоит такая? Ну, 400 рублей. 400? Да. Странная. Представляете, на бетоне даже профиль Ленина и Сталина делали. Кому это понадобилось? Кружка рабоче-крестьянская Красная Армия. Бетон стоит 2000, а кружка полторы. Вот такая вот кофточка за 250 рублей, освежающая, очень даже симпатичная, возьму. Кукла в розовом платье сколько стоит? Вот такая 3000. Американская? Американская, какая-то коллекционная, но такая. Симпатичная. А вот это вот в голубом? Это сгорело ГДР. Это сгорело? Что там, ну, ее оно... из пожара, что ли, нет, вынули? Она само по себе как бы портится. Вот, лежат, резина становится, да, темной. Темная, да. Понятно. Вот у них вот туда проблема. ГДР. Она сгорела 1000 рублей, но вот она как бы по... Вот есть... хорошая, ГДРовская. Прям новая, с документами. Ну, коробку от нее выкинули. А платят. Это сколько стоит? Это тоже 3000 стоит, но с документами. Да, понятно. А вот новая, новая. Ваза та вот большая. 4000. Вот такой вот пресс с конькобежцем стоит 1000 рублей. Вот эту тетку сомнительной красоты продают за 400 рублей. Вот такие лягушки милые. Возьму вот эту. 2000 стоит. Сторговала за 1900 с лягушонком. Как всегда... Мимо Галиного прилавка просто так пройти невозможно. На такую красоту обязательно обращаешь внимание. Смотрите, какие тапочки милые. Вот, и все сделано золотыми ручками в технике валяния. О, прелесть какая, митинги, рукавчики, шляпки. Ну, мастерица... Даже валенки есть вот такие симпатичные. Палантин стоит 4500. Вот тем, у кого наряд какой-нибудь монохромный, он очень подойдет. Такой вот пресс на подставке. Дешево будет продавать.
покупаю за 1000 рублей. Вот эти вазы из чего? Это деревянные? Это дерево, ручная работа, все вырезано. Ага. А здесь вообще яйцо, яичко. Посмотрите, как. Значит, вот. Открывается? Нет, просто. Это ручная работа. А кто это делал? Это российская работа? Скорее всего. Это в Пасхе все. Это ваза сколько стоит? Ваза стоит 3000, угу. А яйцо 4,5.